Эфир телеканала ННТ продолжают новости «Дагестан» в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Еще одна стихийная свалка. Специалисты Россельхознадзора обнаружили незаконный мусорный полигон в Кайкинском районе. Не пройти, не проехать. Жители микрорайона Кемпинг в Каспийске могут остаться без выезда на трассу. Три золота из трех возможных. Дагестанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по боевому самбо. «Унесенные ветром» – речь, к сожалению, пойдет не об известном романе, а о стихийных свалках, которые захламляют землю в разных районах республики. На этот раз специалисты Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку на землях сельхозназначения в Кайкинском районе, близ села Гирга. По данным ведомства, мусором покрыты 7,5 гектаров, однако из-за ветра площадь свалки постоянно увеличивается. Также на этом участке обнаружен песчано-гравийный карьер. По фактам выявленных нарушений устанавливается личность собственника земли. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что одним из самых распространенных нарушений земельного законодательства является захламление земель мусором и твердым бытовым отходом, в результате чего происходит захламление земель, уплотнение плодородного слоя почвы, а также нарушается воздушная и водная проницаемость почвы. За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению защиты и охране земель предусмотрена административная ответственность. А вот микрорайон Кемпинг в Каспийске не может похвастать такими просторами, где могли бы располагаться мусорные свалки. Мало того, жители микрорайона могут остаться без единственного въезда на автотрассу. И совсем скоро здесь будет не пройти, не проехать. В запутанной истории разбиралась Асель Анапова. Ей слово. Этот единственный въезд может быть застроен. Дело в том, что микрорайон Кемпинг перекрыт участком 30 метров от трассы, которая выделена под индивидуальное жилищное строительство. Владельцы участков уже отметили и огородили свои территории. Вместо положенных 9 метров ширины дороги сейчас там осталось только 6. Да и то потому, что собственники временно согласились и выделили часть своего участка. У нас единственная дорога, откуда мы детей в школу возим, в садик возим, сами на работу ходим. Кто-то работает в Махачкале, кто-то в Каспийске. И в связи с тем, что эти земельные участки принадлежали владельцам определенным, мы договаривались с ними, они нам временно разрешили с условием, что компенсируют им затраты вот на это кусок участка. Распределение участков произвели без учета интересов жителей района Кемпинг, считает Камиль Магомедов. По узкой дороге сейчас трудно ездить машинам два направления. Да и пешеходы проходят по этому пути. Темнее сейчас рано, летом, допустим, поздно. Но все со школы, со второй смены идут. В садик родители ходят. Не у всех транспорт есть, пешком идут. Здесь еще по-разному. Здесь может машина раз и стукнут, может, и что-то может произойти. Это же нежелательно. Тем более, когда освещения нету, темно, здесь вообще и молодые девушки ходят, и наши дети ходят. Разные же бывают ситуации. Мы этого хотим избежать. Мы хотим, чтобы люди нормально, и тротуар, чтобы было, и освещение, чтобы было. Мы этого добиться хотим. Люди обращались уже в администрацию Каспийска с просьбой помочь им в этом вопросе. Поскольку участок юридически относится к Махачкале, власти Каспийска написали письмо в мэрию столицы. Глава в курсе, держит на личном контроле. Направлено письмо в город Махачкала о существующей проблеме. Вызывали сюда сотрудники архнадзора города Махачкалы. И параллельно построен диалог с собственниками, которые частично готовы уступить в интересах дороги и жителей территорию для дороги. Но ее недостаточно для того, чтобы она соответствовала требованиям, чтобы были пешеходы, чтобы две машины разъезжались. Письмо с просьбой изменить проект автодороги Махачкала-Каспийск, проложив въездные пути к жилым домовладениям, уже направлено в администрацию Махачкалы. Жители микрорайона Кемпинг в ожидании ответа. Асель Манапов, Салман Гитихмаев, новости ННТ Каспийск. На стадионе «Труд» в Каспийске прошел субботник. Инициатива проведения «Красной субботы» облетела интернет-пространство, дойдя до главы города. Сотни человек, объединенные общей идеей благоустройства стадиона, собрали мусор и сухостой, а также очистили трибуны от излишней растительности. Транспортировку отходов спецтехникой обеспечили сотрудники муниципального предприятия «Зеленый город». Власти выразили надежду, что подобные мероприятия станут традицией для каспичан.
Многие очень горожане откликнулись, пришли, много очень мусора собрали. Я думаю, такие мероприятия в городе будут продолжаться. Следующую субботу мы также продолжим наведение порядка на стадионе «Труд». Благодарность Мураду, который тоже организовали здесь сбор людей на наведение порядка. Он местный житель, живет в районе этого стадиона, ежедневно здесь бывает. Ежедневно здесь бываю, гуляю и смотрю, такая что-то загрязнено было, очень много мусора. Решили с друзьями собраться, в итоге наш город поддержал, все горожане пришли и поддержали. Очень приятно. Раньше стадион наш был объединением всех, как бы все собирались, были в футбол, играли мы здесь. Мое детство здесь прошло, как бы, да, и вот сейчас прививаю своим детям, чтобы они тоже ходили, занимались. Сам тоже регулярно утром бываю, занимаюсь. Художественному руководителю ансамбля «Асса» Али Аге Хамдулаеву исполнилось 85 лет. Чествование заслуженного деятеля искусств России прошло в родном для него Центре хореографического искусства для детей. Среди прочих гостей также присутствовали руководитель ансамбля «Лезгинка» и представители администрации Махачкалы. От имени мэра города ему вручили почетную грамоту. Али Ага Хамдулаев больше 40 лет возглавлял ансамбль, а его воспитанники побывали с танцевальными номерами в разных уголках страны и за ее пределами. Мы продолжим после краткого обзора новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. За прошедшую неделю на территории республики произошло 24 аварии. В ДТП погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди которых и маленький ребенок. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. ГИБДД в очередной раз призывает граждан соблюдать правила дорожного движения. Дальнобойщик из Дагестана не может выбраться из кювета в Хабаровском крае. Водитель не справился с управлением грузовика и съехал в кювет. ДТП произошло около села Богородское. Водитель уже 2 недели находится в грузовике. Дело в том, что местная МЧС не располагает необходимой техникой для помощи дагестанцу. Сейчас этим вопросом занимается Минтранс Хабаровского края. Рыбу на 100 тысяч рублей незаконно выловили в Дагестане. Действия нарушителей пресекли сотрудники Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте. По данным ведомства, 2 рыбаков поймали с поличным на территории морского порта Махачкалы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 16 ноября сертификат о вакцинации от COVID-19 вместе с QR-кодом можно будет получить в бумажном виде. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Для получения документа нужно будет обратиться в МФЦ. Он автоматически отображается на портале госуслуг. Если вакцинированный не зарегистрирован на портале, то в МФЦ можно пройти регистрацию, либо подтвердить учетную запись на госуслугах. Не забывать истоки. Впервые в Махачкале прошел этнографический диктант на табасаранском языке. Мероприятие провели в историческом парке «Россия. Моя история». В диктант были включены вопросы про историю, этнографию, культуру, язык, литературу и традиционную народную кухню табасаранцев. В холле исторического парка библиотечная система табасаранского района организовала этноподворье, где участники диктанта смогли ознакомиться с национальными промыслами, предметами культуры и быта этого народа. Среди тех, кто написал диктант, были как студенты вузов Махачкалы, так и официальные лица. Мы должны знать, какие предметы быта у нас есть, раз. Мы должны знать, какие обычаи и традиции у нас есть, два. Соответственно, мы должны говорить о том, что надо делать для того, чтобы их передать младшему поколению, подрастающему поколению. Сегодня мы, когда говорим в школах о деструктивном поведении, ведь же в основе этого поведения как раз таки и есть те ценности, которые не формируются у наших молодых людей. Соответственно, это один из показателей. А все остальное как следствие. Сегодня мы боремся со следствием, не говоря о тех причинах. Причинами является, мы должны быть идентичными со своим именно бытом, народом, со своей этнографией и, соответственно, идти в ногу. Ушел из жизни наш коллега, дагестанский журналист и просто хороший человек Нурмагомед Магомедов. Несколько лет назад он стал частью коллектива телеканала ННТ. Профессионал своего дела, он четко знал, что хочет показать зрителю и как это сделать. Его особенная манера наговора запомнилась не только зрителям. Многие коллеги обращались к нему для того, чтобы озвучить стихи и тексты к передачам.
жизнерадостный и влюбленный в свою профессию. Он до последних дней отстаивал интересы дагестанских коневодов. Его передача «Серебряная подкова» навсегда вошла в подборку самых рейтинговых передач ННТ. Коллектив нашего телеканала выражает соболезнования родным и близким Нурмагомеда и желает здоровья. Ему было всего 52 года. И о спорте. 3 золота из 3 возможных. С таким результатом дагестанские спортсмены завершили свое выступление на чемпионате мира по боевому самбо. В заключительный день соревнований в Ташкенте медали высшей пробы в копилку сборной России занесли махачкалинцы Расул Гасанханов в весе до 71 килограмма и Магомед Магомедов в категории до 88 килограмм. Оба самбиста стали лучшими на планете в 3-й раз. Напомним, что в первый день чемпионата золотую награду завоевал Расул Магомедов. Представителю школы единоборства имени Ахмедова не было равных в категории до 98 килограмм. Всего в соревнованиях в столице Узбекистана участвовали более 300 спортсменов из более чем 50 стран мира. «Мы за спорт и здоровье». Под таким лозунгом в махачкалинской школе-интернате для детей-сирот прошло спортивно-массовое мероприятие. Соревнования силы, ловкости и скорости для ребят организовал молодежный парламент при Народном собрании. Детей ждали интересные конкурсы и состязания. С одинаковым азартом за юных спортсменов болели не только ребятишки, но и депутаты и представители Минспорта. Лучше других со всеми испытаниями справилась команда «Орлы». Все участники получили медали и подарки от спонсоров. После мероприятия гости вместе с детьми возложили цветы к мемориалу дагестанцам, героям Великой Отечественной войны и героям России. Корреспондент ННТ Курбан Рагимов вышел в финал 11-го Всероссийского фестиваля конкурса «Энергия побед». Наш коллега участвует в номинации за лучший телевизионный репортаж, фильм, сюжет среди региональных СМИ. На конкурс он представил фильм о подготовке Абдул-Рашида Садулаева к Олимпийским играм в Токио. Материал был опубликован в конце июля. Курбан Рагимов уже вошел в тройку лидеров и получил приглашение на финал, который состоится 25 ноября. Отметим, что фестиваль «Энергия побед» проводится при поддержке Олимпийского комитета России и компании «Газпром». В этом году на конкурс прислали 357 работ из 64 регионов страны. Смотрите наши выпуски также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи!